Хай-хай-хай, дорогие друзья! Турнир «Неделя легкой атлетики». Москва, Лужники, 23-й год. Прыжки в высоту. Полетели! Полина Парфиненко, представительница Кузбасса. Планка на высоте 1,75 м. Первая попытка. Легко преодолевает рубеж. Надежда Андрюхина. Первая попытка. Никаких сложностей на этой высоте. Александра Ярышкина на ваших экранах, мастер спорта из Москвы. Личный рекорд 1,94 м. Преодолевает 1,75 м в первой попытке. Мария Кочанова, мастер спорта международного класса. Первая попытка. Неплохая попытка с хорошим запасом. Наталья Спиридонова, первая попытка. Наталья не справляется с высотой в первой попытке. Вторая попытка Натальи Спиридоновой. 175 м. Собралась, успокоилась и во второй попытке преодолела рубеж. Итак, следующий рубеж, 1,80 м. Полина Парфиненко, первая попытка. Далековато оттолкнулась, высоту не преодолела. Надежда Андрюхина, первая попытка.
первой попытке преодолела рубеж 1,80 м. Александре Ярышкину ей предстоит преодолеть планку на высоте 1,80 м. Хорошая, спокойная, стандартная тренировочная попытка. Кристина Королева вступает в борьбу. Первая попытка. Сходу преодолевает рубеж. Отличный прыжок Марии Кочановой. В первой попытке преодолевает высоту. Наталья Спиридонова готовится к своей попытке. Похоже, Наталья Спиридонова сегодня нервничает. Не идут первые попытки. Планка на высоте 1,80 м. Дарья Чукшис. Вторая попытка. По всей видимости, для Дарьи 1,80 м это уже серьезная высота. Вторая попытка Полины Парфиненко. Красивая попытка. Полина преодолевает рубеж. Наталья Спиридонова, вторая попытка. Совсем другая попытка. Справилась с волнением.
Карина Демидик, гостья из Белоруссии. Начинает соревнование с рубежа 1,83 м. Первая попытка. Очень легко, красиво, на шикарной скорости преодолевает рубеж. Полина Парфиненко. Вторая попытка на рубеже 183. Идеальный сейчас, прекрасный прыжок. Надежда Андрюхина, вторая попытка. И тоже все хорошо. 1,83 м во второй попытке преодолевает. Александра Ярышкина готовится ко второй попытке. Солнце в лицо светит спортсменке. Ослепило солнце. Неудачная попытка. Следующий рубеж, 1,86 м. Полина Парфиненко готовится к своей попытке. Передумала прыгать. Солнце ослепляет спортсменок. Полина не справляется с высотой в первой попытке. Надежда Андрюхина, первая попытка. Молодец, справляется с рубежом.
Кристина Королева, первая попытка. Пока идет без потерь. Сейчас, к сожалению, не получается. Первая ошибка. Мария Кочанова. Отлично. 1,86 м. Прекрасная, красивая попытка. Наталья Спиридонова, первая попытка. Пока все свои рубежи преодолевала во второй попытке. Посмотрим, как сейчас. Отлично, Наталья справилась с волнением. Преодолела рубеж в первой попытке. Полина Парфиненко, вторая попытка. Пока не очень хорошо складывается у Полины. Кристина Королева готовится к своей второй попытке. Немного задевает планку, но с высотой справляется. Одежда Андрюхина, планка на рубеже 189, вторая попытка. Успешно использовала вторую попытку. Вторая попытка Кристины Королевой. Неудачная попытка. Кристина излишне нервничает.
Карина Демидик, вторая попытка. Совсем другое дело. Было странно, что она не взяла в первые попытки эту высоту. Кристина Королева не смогла преодолеть высоту в третьей попытке, покидает соревнование. Надежда Андрюхина не смогла в первой попытке преодолеть высоту 1,91 м. Мария Кочанова выходит на этот же рубеж. Тоже неудачная попытка. Наталья Спиридонова готовится совершить свою первую попытку. У спортсменок началась серия неудачных попыток. Посмотрим, что покажет Карина Демидик на этой высоте. Роскошный, раскованный, легкий, высокий прыжок.
Мария Кочанова, 1,91 м, третья попытка. Молодец, Маша в третьей попытке взяла высоту. Наталья Спиридонова, третья попытка. Пока Наталья занимает четвертое место в соревнованиях. Наталья Спиридонова занимает обидное четвертое место. Планка на рубеже 1,93 м. Надежда Андрюхина. Третья попытка. Надежда заканчивает выступление. Мария Кочанова пока занимает третье место. 1,93 м, третья попытка. Мария Кочанова заканчивает соревнование и остается на третьем месте. Остается еще одна попытка у лидера соревнований Карины Демидик. Карина Демидик становится победителем соревнований с результатом 1,91 м в первой попытке.
Друзья, хорошего вам настроения, здоровья, берегите себя.